И вот, друзья, как я обещал, пару слов про эту котельную. Видно, что сейчас отопление уже запущено, так как идут отделочные работы, шпаклевка должна сохнуть. Сейчас у нас работают вот эти две насосные группы Авинтроп. По запискам можно понять, что это такое, это теплые полы. Шкаф я для вас открыл, теплого пола, чтобы вы посмотрели, как он оформлен. Вот его дверца с пояснительной. Далее, опять-таки, котельная вот такая, поэтому я напротив встать не могу. Здесь у нас идет гидравлический разделитель, подпитка, подача, обратка, манометр, чтобы видеть, какое давление, обвязка расширительного бака, сепаратор, шламоуловитель, заземление оформлено. Заказчик попросил поставить электрический котел. На всякий случай. От предыдущих наших коллег, которые здесь не смогли поработать, нам достался напольный котел, а то бы он был здесь настенный. Смонтирован нами также дымоход, сэндвич, для того, чтобы вот здесь дверь, если сделать одностенку, это небезопасно. Сейчас это сэндвич-труба, и она не обжигает. Что вам еще показать? В этой котельной пока целлофаном накрыто водоснабжение. Котельня у нас сейчас выглядит вот таким образом. Электрическая обвязка, да? Значит, блок, вот такой небольшой шкафчик. Дистанционное управление MyHeat, автоматы. Что-то у нас уходит к потолку, что-то идет вот здесь по стене. Значит, заземление или система уравнивания потенциалов, как вам будет удобнее. Идет провод. Здесь датчик давления дополнительно приобретается. Дальше стабилизатор напряжения. Я хочу вам показать, как просто все это оформлено, как это все четко. Ну, вот так, понимаете, друзья, вот так. Варлаван, как вот такие, это все из нержавейки, как консоль. Вот здесь провод идет, вот здесь идет провод. Вот в этом уголке провод, который уходит в стену для электрического котла. Здесь тоже гладкие трубы, вот эти, они оформлены вот таким образом. Сейчас туда вот загляну, вот так, да, вот посмотрите, как они оформлены с этой стороны. Ну, одним словом, мы постарались. Самое главное, заказчик доволен, я повторюсь, да, у нас уже все запущено для нужд отделочников. Бойлер, бак накопительный. Система фильтрации у нас находится в гараже. Здесь пока идут работы, поэтому пока осветить этот момент я вам не могу. Но котельная выглядит вот так. Вот наша часть. Здесь у нас еще насос рециркуляции спрятался. Тоже вам сейчас покажу. Вот такое у него тоже оформление из черных трубок. Электрическое подключение.